Здравствуйте. Вас приветствует интернет-магазин mobilegold.com.ua, и сегодня я познакомлю вас с новинкой, шокирующе привлекательным великаном Lenovo J9500. Это невероятно эксклюзивный и шокирующе большой гаджет, что-то между планшетом и смартфоном. Этот замечательный великан побил рекорды размеров легендарного даже Note 3, то есть Samsung Galaxy Note 3. Вот так вот он у нас выглядит, который имел дисплей, диагональ дисплея 5,67 дюймов. Наш великолепный зверь имеет безумно сочный и насыщенный дисплей диагональю 6 дюймов с IPS-матрицей. Сейчас я сниму защитную пленочку, и мы посмотрим нашего красавца. Вот так выглядит наш красавец. Это просто невероятно огромный, невероятно крутой девайс. Вот. Вот. То есть он имеет сочный насыщенный дисплей диагональю целых 6 дюймов с IPS-матрицей. Разрешение дисплея 800 на 480 пикселей. Работает наш великан на операционной системе Android версии 4.0. Также имеет на своем борту две камеры, основная и фронтальная. Разрешение обоих камер 2 мегапикселя. 1,9 мегапикселей, то есть, ну, практически 2. Процессор с частотой 1 ГГц с возможностью разгона до 1,4 ГГц. Также имеется встроенный аналоговый ТВ-тюнер для просмотра множества каналов телепередач без подключения к интернету и затрат на интернет-трафик. Соответственно, имеется модуль Wi-Fi и Bluetooth, FM-радио, поддержка всех онлайн-сервисов и программ из Play Market. Вот так вот выглядит антенна для просмотра аналогового ТВ. Поддержка всех онлайн-сервисов и программ из Play Market, встроенный флешплеер для воспроизведения потокового онлайн-видео здесь, соответственно, тоже имеется. Оперативной памяти немного, 256 мегабайт, но с возможностью переноса программ на карту памяти microSD до 16 гигабайт. Встроенной памяти 1 гигабайт. То есть, ну, данный девайс поддерживает, как вы видите, живые 3D обои, что говорит о его высокой производительности. 3D обои просто шикарные. Мы сейчас проверим, насколько быстро работает онлайн сервис, и давайте сравним его, чтобы вы примерно имели понятие о его размерах. То есть вот он у нас, оригинальный Samsung Galaxy Note 2 с разрешением 5,5, то есть с диагональю дисплея 5,5 дюймов. И вот он наш зверь, то есть, ну, в общем, я думаю, вы прекрасно все сами видите. Наш зверь — это практически планшет, то есть 6-дюймовый зверь с IPS-матрицей и с экраном, ну, побил все ожидаемые новшества для ценителей телефонов Lenovo. Так, ну, давайте мы посмотрим, насколько шустро. Я не знаю, он, к сожалению, у нас не умещается в камеру, в объектив наш девайс. Давайте я, наверное, как-то ее приподниму. Сейчас, одну минутку. Ну, хотя бы как-то вот так. То есть, давайте еще раз сравним с Note 2. Вот так выглядит наш девайс. Наш девайс воспроизводит все онлайн-сервисы, имеет все, абсолютно все функции современного интернет-смартфона, компьютера, коммуникатора. То есть, ну, у нас сейчас предустановлены такие программы. Ну, тут он полностью напичкан, в принципе, программами. Давайте мы посмотрим самые основные, которые нам покажут его производительность и насколько быстро, шустро справляется он с онлайн-видео и с остальными онлайн-сервисами, которые, в принципе, вы будете пользоваться, потому что данный смартфон есть смартфоном именно для интернет-пользования, достаточно крутым смартфоном. Ну, давайте мы зайдем в такое приложение, как ВКонтакте. Всем известное приложение, самое популярное, это самый популярный онлайн-сервис. Вот у нас сразу открывается страничка с новостями. Ну и зайдем, как обычно, то есть, ну вот давайте мы зайдем на главную страничку, посмотрим, как выглядит все.
Вот так вот, это одна из наших страниц в социальных сетях. Вот вы можете видеть, насколько все быстро подгружается. Все очень удобно. Мультитач работает замечательно. Вот, ну давайте мы сразу перейдем к онлайн-видео, потому что, в принципе-то, фото воспроизведет любой, абсолютно любой гаджет. А вот онлайн-видео воспроизводит не каждый. Ну и мы сразу перейдем к саундтреку к фильму «Спартак, кровь и песок». Это клип «Скалит». Давайте мы просто посмотрим, насколько быстро он воспроизведет данный клип. Сейчас мы подключены по Wi-Fi. Звучание тоже очень громкое. Качество изображения просто шикарное. Вот так у нас выглядит воспроизведение онлайн-видео, то есть данный смартфон его просто жует и просто выплевывает. Давайте мы еще посмотрим клип на «Неоспоримый», на фильм. В данных клипах высокая детализация. Ну и еще один клип, то есть вы видите, насколько быстро, круто воспроизводит данный смартфон видеоклипы, онлайн-сервисы, то есть на данном телефоне можно смотреть как на полноценном планшете все эти видео, фото и все остальное воспроизводит. Он, конечно, все это очень быстро, шикарно жует все очень-очень-очень. Вот, ну давайте мы зайдем, ладно уже. У нас чего-то с Wi-Fi, здесь Wi-Fi у нас здесь слабенький, как я все время говорю. Давайте мы зайдем в такой онлайн-сервис, как Одноклассники. Посмотрим, как же работают они. Это тоже одна из наших менеджеров. Так, ну и давайте зайдем мы в фотографии. К примеру, фотографии. То, что вы чаще всего лайкаете. Просматривайте. Ну вот так вот выглядит просмотр фотографий. Акселерометр работает безупречно, очень быстро, моментально картинка передергивается, то есть переворачивается. И вот мы можем смотреть
фото онлайн. Дисплей очень-очень чувствительный, соответственно, он емкостной. Дисплей у нас тепловой. Поэтому все, конечно, очень-очень круто смотрится. Все очень быстро. Музыка просматривается в Одноклассниках, также прослушивается очень-очень быстро. Также есть встроенный MX-плеер у нас, уже с подстроенными кодеками, по идее. Ну, давайте мы посмотрим какое-либо видео, к примеру. Видео с очень высокой детализацией. То есть картинка у нас очень четкая, очень сочная, насыщенная, как бы картинки у нас достаточно крутые здесь. Что говорить, дисплей, конечно, очень радует. Давайте мы зайдем в такой сервис, как PS Radio. В данном сервисе собраны все радиостанции мира, которые существуют, которые вы можете прослушивать онлайн. Идет у нас обновление списка каналов по Wi-Fi. Звучание у нас очень четкое, очень мощное. Динамик очень мощный в данном телефоне. Динамик настоящий ямаховский. Камера у нас, соответственно, со вспышкой. Так, ну, соответственно, у нас имеется скайп, звонить мы сейчас никому не будем, у нас 4 утра, вот, Facebook, Play Market, все эти онлайн-сервисы существуют, все они очень хорошо работают, в принципе, в общем, смартфон очень крутой, повторю еще раз, диагональ дисплея данного смартфона 6 дюймов, вот так вот сравните его с 5,5-дюймовым, Note 2 оригинальным, вот так вот выглядит наш смартфон. Все, подгрузились у нас сразу приложения все из Play Market, и которые мы можем полностью качать абсолютно бесплатно. Ну так вот у нас быстро, шустро работает Play Market. Вот, я не знаю, куда еще зайти, что еще вам показать. Вот так вот выглядит стандартное меню, живые 3D обои, причем это не просто живые, а именно, как вы видите, 3D обои работают безупречно, хотя такие обои нагружают систему очень-очень сильно, то есть не каждый телефон их потянет. Данная модель телефона их тянет без проблем. Вот. Ну и, соответственно, обратите на ценовую политику, на ценовую категорию данного телефона, на данного смартфона. То есть он просто бесплатный для своих размеров, для своего функционала и для своей цены. Телефон действительно очень-очень крутой, я его советую. То есть, ну, действительно, для любителей больших крупных девайсов телефон просто безупречный. На верхней панели в данном телефоне мы видим разъем 3,5 мм под наушники, а также антенну для просмотра аналогового онлайн-видео. С правой стороны кнопка включения-выключения данного смартфона и кнопочка громкости, тише-громче. На левой панели у нас нет ничего, на передней панели у нас имеется фронтальная камера разрешением 2 мегапикселя, очень громкий мощный слуховой динамик, кнопочка «Домой», кнопочка «Назад» и кнопочка «Меню». Также, что у нас есть, меню быстрого доступа, соответственно, 3D-обои. Также на передней панели у нас находится отверстие под микрофон. На нижней панели у нас разъем под стандартную зарядку Nokia. То есть данный телефон можно заряжать даже от обычной стандартной тоненькой зарядки Nokia, как я понимаю. А ну-ка, сейчас я попробую. Это невероятно, вот, и пошла у нас сразу зарядка. Это обычный разъем под стандартную зарядку Nokia. Поэтому данный смартфон можно заряжать как стандартным micro-USB разъемом, micro-USB кабелем, вот он у нас, разъем micro-USB, и подключать его и синхронизировать с компьютером. Также можно заряжать через оба разъема. Сзади мы имеем достаточно яркую вспышку и
камеру 2 мегапикселя, а также оригинальный логотип Lenovo. То есть, ну, вот такой вот замечательный телефон. Ой-ой-ой, нет. Такой замечательный у нас смартфон, полупланшет, полувеликан девайс. Не знаю, как правильно его назвать. Это была модель Lenovo J9500. Вот такой вот бюджетный огромный смартфон. И с вами был интернет-магазин mobilegold.com.ua. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. До свидания. Фронтальная камера очень-очень четкая, реально четкая. Сейчас мы поменяем ее. Задняя камера тоже полноценная, 2 мегапикселя, еще и с автофокусом. То есть, ну, в общем, вот такой замечательный девайс у нас, в принципе.